Добрый день! Я приветствую всех любителей интересных, необычных и недорогих покупок с Алиэкспресса. Сегодня рассмотрим новую посылочку, которая мне пришла. Это, как написано в описании, микроскоп. Стоимость, на которую застраховал ее продавец, 5 с небольшим долларов. Смотрим. Итак, мы имеем коробочка. Как написано на коробочке, мощность микроскопа от 60 до 100 крат увеличивается. Также этот микроскоп, в комплекте должна быть прищепка, его можно прищеплять к телефону самому обычному и снимать, смотреть. Можно смотреть, телефоном можно снимать, значит. Значит, скоро у меня будут новые интересные ролики, снятые под микроскопом. У меня появилась дополнительная аппаратура для видеосъемки своих роликов. Смотрим дальше. Внутри чехол. Вижу чехол. Так, достаточно жесткий. Чехол обрезиненный. Мне как раз такие нравятся. Внутри инструкция. На родном китайском и родном английском языке. Судя по инструкции, сюда нужно вставлять еще три батареечки формата три буковки А, то есть мизинчиковых. Смотрим содержимое. Трам-пам-пам. Так. Пакетик. В нем микроскоп. Силикагель, чтобы оптика в пути не потела от конденсата. Прищепка уже приделана, наверное. Похоже, что не съемная. Или съемная. Или не съемная. На картинке спереди прищепки нет. На картинке с обратной стороны прищепка есть. Ладно, разберемся. А, на инструкции похоже, что снимается. Ломать пока не хочется. Здесь отсек для батареечек. По всей видимости, без батареек работать не будет. Кнопочка зум. Не кнопочка, а барашек регулировочный. Больше-меньше. Ага, крутится. Окуляр выдвигается. И барашек регулировочный фокус. Видимо, для тех, у кого зрение немножко нестандартное. Мне как раз очкарику такое подходит. А это, по всей видимости, упорная планка. А, подсветка есть еще. Написано LED, OFF и UV. Видимо, ультрафиолетовый. Можно еще смотреть банкноты. Проверять, денежки они настоящие или напечатанные на принтере. То есть лампочка еще должна светить ультрафиолетовым лучом. И можно использовать этот микроскоп как детектор валют. Так. Крепко сидит, не хочется ломать. Ну. А, батареек-то нету.
и подцепил я его вообще не той стороной. То есть вот так вот можно прицепить микроскоп на телефон прищепочкой, и получится интересная такая видеокамера, которой можно будет снимать разных микробов с моего аквариума. И будут вскоре, значит, у меня ролики, снятые под микроскопом. Спасибо Китаю за то, что вооружил меня новым интересным оборудованием для снятия моих роликов. Кому интересно, где можно купить такой микроскоп, внизу под видео есть ссылочка на магазин, в котором продаются такие микроскопы недорого. А также есть ссылочка, по которой можно сэкономить, можно вернуть часть денег обратно, начиная от 7% и больше. Кому как повезет. Нужно просто пройти по этой ссылочке, зарегистрироваться и покупать товар с возможностью возврата части денег. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я покажу вам еще много интересных товаров, интересных, необычных и очень часто почти бесплатных, которые можно приобрести на AliExpress. Всем счастливо, ставьте лайки, подписывайтесь.